Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багир». Я тут на днях приобрела вот такой вот фикус. Их тут несколько, скорее всего. Вот. Я часто покупаю какие-то фикусы, где у нас мы в магазине можем увидеть, что там их несколько. Вот. Как бы вам показать. Ну, в общем, вот их несколько, да. Вот. И потом их делю. Потому что они чаще всего посажены именно несколько в один горшочек, растут, я их делю, сажаю в разные горшочки, потом я после этого их нормально осматриваю, и тогда уже что-либо дальше с них формирую, как-то их выращиваю каждый отдельно, или если мне нужно что-то совместить вместе, там для сращивания, для каких-то двухствольных композиций, тогда, соответственно, вот так. И очень часто мне попадаются вопросы, спрашивают, или комментарии, что вот поделила, они погибли. Или, а можно ли поделить? Ну, в общем, вот как бы так. Часто бывает, то есть часто, вот когда вы покупаете такой вариант, часто там именно несколько растений. Но иногда, тогда их можно разделить. Но иногда бывает, что там одно растение и просто несколько побегов. Тоже бывает. Тогда их разделить просто так нельзя. Их надо разрезать. Иногда это можно сделать безболезненно. Иногда это нельзя сделать. Вот поэтому решила снять такое видео. Вот он купленный. Ничего с ним еще пока не делалось. Вот он. Или они. Не знаю, сколько их тут. Вот. И будем их раскрывать, смотреть. Значит, вот у нас вот такой вот вариант. Лучше не поливать перед этим. Вот. Нам будет проще работать. И начинаем. Сначала сверху снимаем все это. Сначала вверх. Вы уже что-то увидите, как у нас, куда там идут корни. Вот. Аккуратненько. И потом вот так переворачиваем. И из серединки. То есть, если отсюда, можем порвать. Иногда бывает прям плотно-плотно заросшее. Вот. Можно вот так аккуратненько. Мы вынимаем, что у нас там грунт. И таким образом уже легче их можно распутать и аккуратненько достать. Он тут слегка влажный, но позже снимать не получится. Начнутся будние дни, поэтому я его решила сразу. Лучше, чтобы он был более просохший, тем более фикусы легко к этому относятся, ничего с ним не станет. Вот. Ну, хотя бы не мокрый. Я его 2 дня назад привезла. Часто говорят, что нельзя сразу, привезли, и нельзя его сразу, надо там неделю-две акклиматизации. Я редко так делаю, то есть я могу его просто не ставить, если я не уверена в магазине, в котором я купила, да, могу не ставить вместе с остальными растениями, отставить куда-то в другое место отдельно. Но пересаживать, в принципе, если у нас на улице не было мороза, если у него не было какого-то такого стресса, что он подмерз, еще как-то, то можно сразу. Так вот. В общем, счищаем все, что можем. Пока не разделяем, пока счищаем, счищаем, потому что нам будет лучше видно, что у нас там, куда идет, чтобы нам не порвать их. Потом корешочки не сломать, потому что вот эти вот, которые растут типа морковных таких, их легко сломать. Они хрупкие. Вот если нет крюка такого, как у меня, можно взять палочку любую, какая есть. Слегка подточить ее. Но только чтобы не острая была. Вот. Так. Вот как раз теперь палочку. Аккуратно вот тут вот в основании, где они у нас соединяются, мы это все разделяем. Расчищаем, пока что не разделяем. Расчищаем, чтобы увидеть, что и как. Если видим, что какой-то корень вот идет в сторону, мы можем его в другую разложить в эту сторону, развернуть, то делаем это.
Я сейчас стараюсь чуть быстрее, потому что это видео. Но, в принципе, прям не торопитесь. Ничего с ними не будет. Аккуратно вот корни, видите, куда-то идет, если или веточка, да, вот так вытаскивайте их аккуратно. Не спешите. И вот уже видно, что вот этот мы, в принципе, вот этот можем аккуратно вынуть. Вот он. Наклонили, проверили еще тут, есть ли где-то у него грунт, который его связывает с другими. Вот. Так, не дергаем ничего. Если не получается неподатливый, значит, еще там разобрали. Если вдруг, то есть тут довольно молодые, поэтому они еще не, вот, не сплелись так сильно. Чем старше, чем дольше они растут вот так вместе, тем больше они, конечно, цепляются уже друг за друга. Иногда бывает сложно распутать. Иногда можно это сделать с помощью распылителя со шланга. То есть берем шланг на улице. Вот, и тогда таким образом его счищаем, этот грунт. Видим все корни получше и так делаем. Но в видео это невозможно. На улице вам показать не могу этот процесс. Более того, сейчас февраль. Да, это к вопросу. Можно в феврале, в январе? Можно. Если у вас вы можете дать им хорошие условия, то можно. Вот иногда мелочь, вот видите, спуталась так сильно, что прям сложно. Вот мы один разобрали. Видите, вот есть вариант. Вот этот вот будет расти, да? И вот может казаться потом, что это два рядом разные, но это один будет, да? То есть чем дольше они растут, то есть вариант, что у нас несколько побегов от одного корня, он вполне вероятен. Вот, когда один уже ушел, то теперь смотрим, пытаемся растянуть следующие. Если не получается, еще их корни разводим в стороны, смотрим. Цепляются в основном каким-то корнем, который уже побольше. Вот. О, хорошо расходится. Вот. Вот, замечательно. Такие прекрасные корни. Вот, значит, разделили. Что теперь? Разделить — это полдела. Вот, надо же их потом посадить и сохранить. Вот. И вот с этим тоже бывают проблемы. То есть часто тоже люди пишут, что разделила, посадила, все прекрасно. И потом посыпал листья, засохли одни веточки, вторые, и все, растение погибло. Это бывает. Сейчас мы с вами один из них посадим и обсудим, как что сделать. Значит, сначала грунт покажу. Грунт надо прям рыхлый брать. То есть берем, например, для фикусов, берем универсальный, вмешиваем туда перлит, желательно, будет хороший рыхлый грунт. Можно добавить, вот в данном случае у меня еще кокосовый брикет размочила, подсушила его и добавила. То есть прямо напополам кокос и этот, и универсальный. Так, значит, смотрим на наши. Так, вот они, будет у нас все грязное, но это, вот они, три разных. Значит, надо подобрать правильно горшок. Если мы посадим, вот горшок какой был, да? Если мы посадим вот этот маленький в этот горшок, даже с количеством отверстий, он загниет. Первый горшок в таких случаях чаще всего беру все-таки вот пластиковый такой обычный. То есть, соответственно, точно не подходит. Подбираем для маленького горшочек. Я взяла разные, чтобы мне что-либо... Можно вот этот, вот в этот, видите? Я показываю специально примерно корневую. Но, по сути, не особо есть куда расти. Поэтому лучше все-таки вот такой горшочек подобрать. Вот, примерно по корневой смотрим. Больше точно не надо. Можно чуть меньше что-то вот между этим и этим. Например, этот низкий, а этот повыше, да? Что-нибудь такое. Или вот этот. Это для такого малепусенького. Ну, вот такого расположим. Так, вот этот, ну этот бы можно, влезет, но места мало, в принципе, сажать, расти особо некуда. Вот ему тут нет горшка сейчас. А вот этот, в принципе,
Да, вот еще один у меня, я забыла его. Вот сюда подойдет. Супер будет. Так, а этот уже побольше, видите, мы его можем поместить, но у него сходятся корни туда. Если вы по выбору горшка еще очень влияет, что вы дальше будете делать. Если вы потом будете растить его в горшке большом, который больше идет в вертикаль, чем в ширину, в глубину, чем в ширину, то тогда как бы можно. Но все-таки вот они и так уже загнутые, да, тут, это не очень хорошо. Если вы вдруг хотите потом сделать из него бонсай, то лучше сразу выбирать более широкую посуду. То есть или мы выбираем черный горшочек просто большего размера, чтобы эти корни вот так распрямить, да, чтобы они шли, ну пусть не на всю, но хотя бы как-то, да, вот это вот хорошо. То есть не берем такой горшок. В принципе, его можно вернуть вот сюда. Он чуть-чуть ему глубоковат, поэтому можно грунт, чтобы вот закончился вот здесь, да, то есть не делать до конца грунт, да? И тогда ему, но опять у него ширина не очень подходит, поэтому если есть возможность какой-то вот такой высоты, но шире, это будет идеально. Но в принципе вот так вот, вот, наверное, его мы сейчас и посадим. Так, все, остальное берем, все сажать сейчас не буду. Это будет одинаково абсолютно. Так. Все, спокойно подождут. Секунду, все у нас. Все у нас грязное. Так. Ну, будем сегодня так. В грунте все. Берем грунт. Где-то на 1/4. Так вот, 1/3 может быть даже. Так, смотрим на корни. Это обязательно смотрим. Если у нас есть уже вот такие вот морковочки. Если растение у нас выглядит здоровым, с ним все нормально, корней много, мы можем что-то, что нам точно не нужно, поудалять. В данном случае я удалю вот эти. Мне нравится. Секунду. Мне нравится, как корни расходятся вот тут ниже, поэтому вот эти все выше я удалю. Если бы корней было как-то недостаточно, какие-то там слабенькие, не очень хорошие, мы бы сохраняли все. Вот. А так вот эти вот можно, ой, можно удалить. Так. Дальше. То есть мы убрали то, что выше, нам точно не надо. Дальше смотрим. Вот это все замечательно. Вот эти все маленькие замечательно. Вот большие. Один, второй, третий. Вот этот третий, смотрите, он идет сильно-сильно внутрь. Вот он потом разделяется на маленький. И вот еще большой толстенький такой. Вот это вот все толстое, при том количестве, сколько корней здесь, вот это все толстое можем убрать. Так, убираем так, что у нас один есть в сторону маленький, вот еще маленький. То есть маленькие здесь оставляем на краю. Это остается. Так, идем к следующим толстым. Вот тут есть. Он прям очень толстенький в начале. Вот, видите, желтый толстый. И потом он делится. Он делится, и у него есть... Сейчас, секунду. У него есть маленькие тоненькие вот эти. И есть вот два такие вот. Если мы сейчас не обрежем, посадим вот этот вот самый толстый, самый длинный, самый сильный, пойдет сильно расти, очень нам тут будет утолщать. Поэтому вот такой можно вырезать. Вырезаем его аккуратно, прям точечно. Все мелкое оставляем, а большое... Ой, неудобно ножницы. Вот. Подлезть было. Вот. Вот этот... Тоже можно. Видите, рядом с ними совсем тонюсенькие. Я даже не уверена, видите ли вы их на камере. Ну, в общем, манюсенькие. А этот посильнее убираем. Что мы добились? Мы добились того, что этот толстый корень, мы остановили его сильный рост. Он будет расти вот эти маленькие. Так, здесь, значит, мы убрали центральный вниз. Убрать. Причем это не зависит, сажаете вы потом в бонсай или просто в горшке будет. Нам нужна у фикуса вот эта мелкая мочалистая корневая. То есть мы сокращаем там, сократили этот, идем к следующему. Вот по сути то же самое. Мы выбираем здесь, где мы толстенько уберем,
а мелочь всю вот эту оставляем. И следует. Очень часто на таких корнях еще бывает... Сейчас, секунду, поверну. Вот. То есть вначале идет мелкое, на нем растет, есть. Потом у нас идет лысый, голый ствол, и потом вот еще вот это мелкое. Поэтому так, в таких случаях тоже вот это лысое. До очередного мелкого мы это убираем. Вот. Вот у нас что получилось. И вот это вот наша мелкая, так сказать, борода из мелких корней. Тут мы уже просто немножко их вот так сокращаем. Немножко, буквально обновляем, прищипываем корни, скажем так, да? Вот. Чтобы они начали ветвиться. Все. Смотрим, сколько мы срезали. В процессе работы мы смотрим, сколько у нас срезается, чтобы не срезать очень-очень много. Вот, по сути, все. Значит, использовать корневин для посадки сейчас можно, но есть... Я с этим не сталкивалась, но есть сведения, что когда у нас корней уже корни есть, то использование корневина тормозит рост растения и образование новых корней. Правда, неправда, не знаю. Я с этим не заметила такой особенности. Ну, как бы вот информация такая есть. Решайте, что больше. Я не знаю. Но есть такое мнение. Поэтому можно использовать корневин, присыпать, можно не присыпать. И так будет расти. Потому что корни более-менее нормальные. Так. А вот когда укореняем, там уже корневин больше важен. Но опять же, в принципе, и без него укореняется. Так, примеряем. Чуть-чуть еще можно. Чтобы он повыше у нас стал. Вот где вот пошире уже горшочек. Вот так как там много отверстий, то я его не буду глубоко сажать, а воспользуюсь вот этим. Он укоренится здесь хорошо, и тогда уже мы его пересадим во что-то получше, пошире. Возможно, я к тому времени уже придумаю, что с ним будет, как он будет сажаться. Соответственно, тогда будет понятно, какой ему нужен горшочек. Вот, аккуратненько палочкой между корнями все это просыпаем. И так, чтобы они у нас... Если можно какие-то раздвинуть в стороны, раздвигаем. Подсыпаем еще. Так. Вот. По краю горшка проходим вот так. Тут можно руками плотненько по краю. Мы тем самым не просто тут грунт утрамбовываем, а мы его как бы под корни туда просыпаем таким образом. Так. И вот так. Еще просыпаем аккуратненько. Ставим его ровненько. Если вдруг он у вас падает, это тот единственный случай, когда мы можем использовать палочки, подпорки. Ну, второй случай, еще если мы закручиваем вокруг опоры, да, вот, то вот сейчас, чтобы он рос ровненько, не заваливался, мы можем поставить ему палочку. Потому что сейчас, вот он сейчас стоит, когда я полью, грунт размывается слегка, и он может чуть-чуть наклониться. Поэтому пока он укореняется, мы можем поставить палочку, чтобы он ровненько стоял. Можем не ставить, это смотрите на свое растение. Так, вот. Вот таким образом у нас получилось. Что теперь? Это как бы не все. То есть мы его пересадили, а теперь нам надо подумать, чтобы он легче прижился. Чтобы он легче прижился, фикус, шифлера, кто угодно, да, нам нужно создать условия, которые любит это растение. Мы смотрим, если у вас впервые этот фикус, да, мы смотрим, где он живет в природе. И исходя из этого, мы можем продумать, что он любит. Если мы не можем продумать про природу, то ищем информацию, что он любит. Этот фикус, как все фикусы, любит много света, поэтому ему нужен свет. И любит повышенную влажность воздуха. Бенджамины прям очень сильно. Если она низкая, а особенно если у нас были такие вмешательства в корни, низкая влажность воздуха может дать то, что он начнет осыпать листья и вот это все некрасивое делать. Поэтому ставим его, вот сейчас я его пересадила.
Сейчас у нас февраль, вторая половина. Если на улице солнце, да, то ставить его на южное окно, конечно, нельзя. Мы только пересадили, это будет не очень хорошо. Поэтому ставим где-то в метре от окна, от южного, если там солнце, да, вот, чтобы был свет, но он не был прямые лучи солнца. И постепенно приучаем, постепенно он приходит в себя. Потом мы его придвигаем ближе к солнцу. Если на улице у нас, не пойми что, нет солнца, или оно там редкое, не очень яркое, тогда можно ставить на южное окно, на восточное, на западное, спокойно, без всяких вот переживаний. Вот. И при этом повышенную влажность воздуха. Лучше всего увлажнитель. Вот. Если опрыскивание поможет, но оно поможет только вот на момент опрыскивания и пару минут, ну, может, полчаса после опрыскивания, пока у нас листики еще влажные, да, и ствол. То есть он любит опрыскивание, но повысить влажность воздуха это не дает. Ставим увлажнитель. Если нет варианта увлажнителя, у вас небольшой фикус, вы его вот так посадили. Вот этот выглядит нормально, здоровый. У него есть прирост новый, его видно, у него много точек роста, их все видно, да. Чувствует себя хорошо, увлажнитель у меня есть, он будет стоять в комнате под лампой. С увлажнителем, который дает 70-77, иногда 79% влажности. Все нормально. Если нет таких вариантов, или ваш фикус, нет увлажнителя, ваш фикус еще к тому же, какой-то такой полулысенький вам достался, да, или вы пересадили, вы видите, что у него начинают опадать листья, он лысеет. Что можно сделать? Я вот забыла взять пакетик. Ну, в общем, берем прозрачный полиэтиленовый пакет, именно прозрачный. Вот эти вот тоненькие можно взять, прозрачные. Надеваем ему на голову, и вот тут его пакет, вот так чуть-чуть как бы вот сюда. Подминаем. Не надо его плотно завязывать. Просто так подмяли, чтобы грунт у нас был наружу. Грунт будет не под пакетом, а пакетик вот. Если какая-то веточка там не влезет или пригнется, не страшно. Вот они так пригнутся, вы пакетик вот так подожмете. Важно в таком случае тогда не ставим на окно, потому что солнечные лучи сделают там парилку под пакетом, и он просто спарится. И погибнет очень быстро. Ставим тогда в стороне от окна. И он стоит. Раз в день снимаем пакет. Прям снимаем. Я обычно снимала. Проветриваем минут 15-30 плюс-минус. Так делаем до того момента, пока мы не увидим, что у нас пошли новые точки роста. И он начал расти. Пошли новые точки роста. Мы тогда пакет начинаем снимать на больший участок период времени, да, то есть делаем час, потом два часа и так далее. Вот, и когда мы где-то дойдет до половины дня, да, то есть вот так вот дойдет где-то там часов пять, вот так вот где-то, да, вот, то тогда, в принципе, он хорошо себя чувствует, уже можно попробовать снять пакет совсем и понаблюдать за ним. Если все нормально, значит хорошо. Если он складывает листья, вот так вот все, то нехорошо. Но обычно, если вы так довели до 5 часов, у него уже пошел рост, то уже он не будет потом из-за того, что оставили пакет на 6, без пакета на 6 часов, он повесил уши, да? Вот, главное не ставить его тогда на солнце, чтобы не было там жарко. Вот, обрезать его сейчас вовсе не обязательно. Если он очень какой-то большой, прям большой, и корней вы срезали побольше, да, тогда можно, например, вот у этого. Вот он еще чуть-чуть заваливается сюда. Можно его срезать вот здесь. Вот так. Перевершинить сюда. Он прекрасно себя чувствует. В условиях я уверена, что смогу ему дать хорошо. Поэтому вот тут срезаем. Это нам даст как раз не заваливание. Можно сделать, можно не делать. Я не буду пока делать. Я пока понаблюдаю за ними, посмотрю, потому что надо придумать, что я хочу из них формировать, каким образом. Нижние ветви не обрезаем ни в коем случае. Во-первых, они нужны нам на утолщение. Во-вторых, опять же, мы еще не знаем, что будем формировать, и они, возможно, понадобятся. А в-третьих, нам нужна листовая масса, ее надо достаточное количество, чтобы корни начали работать. Потому что дерево кормят отнюдь не корни, дерево кормят листья. Поэтому листовая масса нам нужна нормальная, обильная, чтобы он мог нормально начать себя чувствовать. Вот, вот как-то так.
То есть много из этой информации многие знают, но, поверьте, я знаю, у меня очень много подписчиков, которые не знают, только начинают. У меня есть дети, которым интересно, они пробуют, и им хочется сохранить свои растения. Понимаете, как важно, чтобы первые растения в твоей жизни выжили, да? Поэтому вот это больше информация для тех, кто не знает. Ну, а кто знает, может тоже что-либо там это подчеркнуть. Да, еще. Если вдруг увидели, вот я сейчас увидела, вот веточка, она сломанная. Вот. Ну, может, в магазине еще сломалась, может быть, когда везла. Вот такие, конечно, санитарно мы это срезаем. Чтобы деревце не тратило на него силы, мы это срезаем. Если видим где-то сухие какие-то, вот тут вот что-то сухое, то их тоже можно срезать. Чтобы вы потом, когда уже начинает он в процессе, вот так сказать, реанимации, да, ну, мы же его пересадили, мы сильно влезли в корни, и какие-то веточки у нас будут сухие появляться. Так вот, чтобы вы потом не думали, эта веточка была при пересадке или не было. После пересадки осмотрите, удалите все сухое, что было, даже маленькое, да, вот я сейчас убрала малюсенькую, чтобы вам потом не сомневаться, была не была, и вы сможете видеть динамику. Ага, ничего нового сухого не появляется, значит хорошо. Новые точки роста появляются, значит вообще замечательно. Все, хорошего роста вашим любимцам, пускай все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, узнаете много нового. Удачи!